сейчас идем. Превосходная евангелизация. Мы пели, прославляли Бога. Прямо на улицах Одессы. Иисус, Он живой Бог. И Он пришел в этот мир, чтобы забрать грехи каждого человека. То есть Римлянам 5:8 написано, что Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Знаете, я это знаю не понаслышке, потому что в 2015 году я погибал, я был зависим человек, Иисус пришел в мою жизнь через людей. Вот так на улице я услышал благую весть о живом Боге, о живом Спасителе, который сегодня замечательным, чудесным образом проявляется на улицах наших городов, через Его учеников, которые приняли Его по вере, которые имеют силу Духом Святым. И мы благодарим Тебя, Господь, за это прекрасное спасение. И сегодня мы на улице этого города, Господь, являем славу чудесного нашего Бога, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Славим во веки веков. Аминь.